Это место больше напоминает социальный приют, чем учреждение для осужденных. Здесь есть 27 спален, библиотека, учебный класс, баня и прачечная, столовая и даже помещение для ритуальных обрядов. Все условия для комфортной жизни. Спеццентр для осужденных за незначительные преступления выдает только колючая проволока на бетонном заборе и располагающаяся по соседству 27-я колония. Попавших сюда людей в передвижении не ограничивают. Напротив, им предоставляют рабочие места и достойную заработную плату. Они входят в гражданскую форму одежды, деньги у них в кармане, могут читать литературу, могут смотреть телевизор. В исправительном центре будут проживать как женщины, так и мужчины. Они могут общаться, готовить вместе еду, стирать вещи, читать книги и даже пользоваться интернетом. Здание рассчитано на 100 человек. За хорошее поведение осужденных будут отпускать на выходные к родным и близким. Нарушившие же порядок, например, за распитие спиртных напитков, рискуют оказаться в ШИЗО, штрафном изоляторе. Сегодня, вот видите, вот такой центр создан с человеческим лицом для людей, чтобы люди могли себя чувствовать вот в таких местах, ну, людьми настоящими, гражданами России. В случае болезни осужденные смогут обратиться за помощью в городские больницы. Для этого им оформляют все необходимые документы. Полностью обеспечиваются социальные гарантии наших осужденных. И я хочу отметить, что если мы говорим о данной локации, то все находящиеся в этом учреждении, они все поставлены на учет в поликлинике Куйбышевского района. То есть они, по сути, обслуживаются здесь, рядом. После окончания срока людям найдут работу. В этом им помогут представители общественного совета. Анатолий Головко, Николай Сидоров. События.